Только этой зимой я поняла преимущество использования пропитки, когда носила исключительно обувь из замши. Хоть я использовала пропитку всего несколько раз, перед началом носки и в течение сезона, это средство отлично защищало обувь от грязи и реагентов на дорогах. Может показаться, что я опоздала с рекомендацией хорошей пропитки, но ведь кожаную обувь тоже нужно обрабатывать. А это средство подходит для любого материала. Еще я давно хотела попробовать такой лайфхак с нанесением пропитки на джинсы снизу, потому что они уж очень сильно пачкаются в слякоть, даже после стирки могут остаться масляные пятна. Я хорошо пропитала уги и джинсы, чтобы показать вам результат. Видно, что там, где средство нанесено меньше, материал намокает, а где плотным слоем, то вода просто скатывается. Думаю, с грязью будет так же. Кстати, в месте пропитки на ощупь и визуально ткань не изменилась.